обычно я говорю, что у нас есть такой президент, который, значит, сегодня наших спортсменов поднимает и помогает им материально, во всех отношениях, значит, им условия такие создает, что у него, значит, да, его, который живущий, мы уже в Европе, я уже 14 лет живу в Европе, мы радуемся за него, что он так поднимает спорт и помогает, и на встречу спортсменам идет. Две награды, которые я там заслужил, и одну награду я привез для него, чтобы не всегда же, чтобы он награждает, и наградить его от души, то заслужил Мурата Магомедовича, чтобы он всегда таким же остался, как сегодня есть таким. Я его не знал близко. На сегодняшней встрече у меня с президентом нашим, поверьте мне, она поменяла 360 градусов. Это награда, значит, которую я выиграл чемпионата мира за лучшую технику и награждаю нашего президента. С удовольствием Мурат Магомедович Зязикова дал эту баховцу.